На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института КФУ продолжается образовательная смена для детей из Донецкой Народной Республики. Участники заезда отмечают, что программа в лагере невероятно насыщенная. Так, 23 августа в «Буревестнике» состоялся День науки, в рамках которого были проведены различные лекции, мастер-классы и тренинги, организованные преподавателями Елабужского и Набережно-Челнинского институтов КФУ. Ребята познакомились с научными направлениями, реализуемыми в ВУЗе, а также последними достижениями в мире современных цифровых технологий. Часто экскурсии проводят каждый день буквально. Они очень интересные на разные темы. И проводятся уроки. Вчера у нас был урок роботостроения, где мы построили своего робота и даже могли им управлять. Сегодня у нас было про искусственный интеллект, тоже очень интересные лекции. Скоро у нас будет еще один. 24 августа ребята отправились в Елабугу, где познакомились с Елабужским институтом КФУ. Студенты, сотрудники и преподаватели рассказали об истории вуза от времен епархиального училища до наших дней. Была организована и экскурсия по университету, в рамках которой гости из Донецкой Народной Республики побывали в учебных лабораториях и побеседовали с преподавателями вуза. Заведующий отделением математики и естественных наук Загир Латипов продемонстрировал им физические опыты. Ребята также посетили музей купечества Елабужского института КФУ и музей археологии. Второй точкой назначения стал дом научной коллаборации имени академика Валиева, где ребята самостоятельно смогли нарисовать мультик, побывать в виртуальной реальности и научиться азам графического дизайна. Специалисты центра вместе с участниками смены собирали кубик Рубика, играли в шахматы и управляли квадрокоптером. Мне нравится, что к нам в лагерь очень часто приезжают люди, которые нам рассказывают очень интересные вещи, которые нам, я думаю, помогут в будущем. Еще мне очень нравятся дискотеки, где собираются все отряды, и мы очень хорошо там все проводим время. Отметим, что федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения России и Миноборнауки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой Народной Республики проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России. Смена на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института КФУ продлится 10 дней и завершится 30 августа. Маргарита Михайлова, Айдар Нурмеев, Универньюз.